Вот так под музыку городской культурный центр встречал на праздничный концерт своих ветеранов культуры, активистов и общественников. Мы проводим мероприятие, конечно, относясь с трепетом, с данью уважения к тем людям, которые заслуживают внимания, заслуживают действительно поздравлений, пожеланий самых наилучших в этот день. Во все времена в обществе с особым почтением относились к старшему поколению, воплощающему в себе мудрость, жизненный опыт, лучшие черты и традиции народа. В этот день гости культурного центра услышали много теплых и добрых пожеланий. Но главным подарком стали творческие выступления, подготовленные воспитанниками инструментальных, вокальных и танцевальных коллективов. Пожелать всем пожилым людям здоровья, хорошей пенсии, и чтобы они еще долго-долго жили. Саднум Ирдынеев, Руслан Харушек, Андрей Дармаев. Новости дня.